С каждым годом количество выпускников Ленинского городского округа, набравших на едином государственном экзамене 100 баллов, увеличивается. Если в прошлом году у нас было 9 стобальников, то в этом году у нас 12 уже стобальных результатов. Хотя хочу сказать, что у нас еще известны не все результаты единого государственного экзамена. Естественно, мы ждем еще и надеемся, что так и будет. Ребята получили высшие баллы по русскому языку, литературе, химии и истории. У каждого из них большие планы. А принимая во внимание целеустремленность молодых людей, можно быть уверенными, что у них все получится. Я уже много лет очень увлекаюсь изучением различных языков. Это английский, немецкий, испанский. И мне, правда, это очень нравится. Поэтому моя мечта – это поступить на международные отношения. Возможно, когда-то работать в МИДе. У меня изначально была цель сдать русский язык на 100 баллов. Сложностей как таковых не было, потому что, мне кажется, русский язык достаточно прост, если человек много читает, потому что работает память. В целом, все было достаточно легко, только труд. В начальной и средней школе русский плохо получался, но мне все время хотелось достичь каких-то результатов по предмету, выйти на хорошие оценки. Вот. И, соответственно, в старших классах приложил усилия и, соответственно, начал больше времени уделять предмету, что и, в принципе, стало результатом 100 баллов. В Московской области 12 человек стали мультистобальниками. Это те, кто получил наивысшую оценку сразу по двум предметам. Одна из них – выпускница 11-й школы Юлия Юткина. Такой успех оказался возможным только благодаря усидчивости девушки, наставничеству преподавателей и поддержке родителей и друзей. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».